Всем привет, меня зовут Вадим, я руководитель фронтенд-разработки в Колеса Групп. Сегодня мы поговорим с вами о том, с какими проблемами может столкнуться тимлид, когда задумывается о том, что ему нужно развивать свою команду. Давайте я очень-очень кратенько расскажу о себе. Всю жизнь я занимался фронтендом, в разработке я уже более 10 лет. Последние 5 лет работаю в Колеса Групп. Когда я пришел в компанию, фронтенда как направления еще не было, но спустя год мы поняли, что это направление нужно, и начали его развивать. Ну, в принципе, я занимался набором команды и организацией всей деятельности команды. Ну, и, в принципе, по сей день этим занимаюсь. Вот. Давайте очень-очень тоже кратенько расскажу о команде. Это очень важно, потому что все, что я сегодня буду рассказывать, это наш опыт, это то, что мы делаем со своей командой. И, возможно, где-то этот опыт будет не очень релевантен там, для команды из 2-3 человек или не очень релевантен для команды там, 40-50 человек. Ну, то есть это такой маленький дисклеймер, что все, что мы сегодня говорим, это нужно обдумывать, прежде чем применять. Возможно, оно может быть не актуально. Вот. Что такое команда фронтенда в колесах? Это 12 человек, которые распределены по нашим 4 продуктам. То есть у нас есть 4 больших продукта, и моя задача обеспечить эти 4 продукта максимально, то есть покрыть все потребности фронтенда для всех 4 продуктов. То есть люди по командам распределены неравномерно и могут периодически переходить из команды в команду. Но это такой крайний случай. Команды стараемся держать в постоянном составе. Вот. У нас есть один техлид на все продукты и есть один руководитель. Это я, который иногда занимает роль тимлида для какой-то из команд. Вот. По команде, пожалуй, все. И давайте уже перейдем к нашим грабелькам. Я их тут буду помечать. Самая первая проблема, с которой может столкнуться тимлид, это то, что он решит совсем не заниматься развитием своей команды. Очень часто слышу такое мнение, что в IT-шечку все приходят такие умненькие, разумненькие, они и так все понимают, разработчики все понимают, что развитие — это неотъемлемая часть профессии, и все самостоятельно выбирают, там себе строят какие-то планы и бесконечно этим занимаются. Но на самом деле все не всегда так. Давайте разберемся, с какими проблемами может столкнуться тимлид. Ну, во-первых, то, что на самом деле не все понимают, что нужно развиваться. Реально не все. Вторая проблема может быть такова, что человек, да, он развивается, но он развивается не туда, куда нужно. То есть немножечко не в том направлении. Давайте, наверное, приведем какой-то пример. Это, например, у нас есть какой-то разработчик, фронтенд-разработчик возьмем. У нас в компании используют как фреймворк Vue.js, и он сидит такой, ага, мне нужно куда-то развиваться, подумать, что я могу сделать. Изучу я какой-нибудь еще один фреймворк, их там всего там 3-4 больших крупных фреймворка, возьму, изучу какой-нибудь React еще дополнительно. Разработчик начинает развиваться, но понимает, что внутри его ежедневной работы он не может найти какое-то развитие. Он покупает дополнительно какой-то курс, и после работы там начинает дополнительно изучать, где ему дают какие-то домашние задания. То есть он с 9 до 6 работает на основной работе, а с 6 до 9 он занимается дополнительно каким-то своим развитием. И спустя там месяц-полтора разработчик понимает, что у него падает продуктивность, потому что он не отдыхает нормально, он устает. А потом он там через месяц-полтора начинает задумываться о том, что вообще тем ли он занимается. У него падает продуктивность, его тимлид начинает, тимлид и команда начинают на него давить. То есть, что, где результат, почему все так долго. И человек может начать задумываться о том, чтобы сменить команду, компанию и все такое. Вот. Давайте на примере этого кейса поговорим, подумаем вообще, разберемся, что вообще дает нам развитие. То есть самое главное и самое важное в данном кейсе — это задача тимлида выстроить правильное, то есть построить правильное направление для развития своего бойца. То есть дать именно то, что нужно бизнесу, то есть засинхронизировать его развитие, чтобы человек не развивался отдельно где-то во внерабочее время, чтобы человек в своих текущих повседневных задачах мог находить что-то, что его постоянно развивает. И это будет тогда очень-очень круто и классно. То есть и бизнес получит свой профит, и человеку будет просто идти по этому пути.
Также есть такой психологический момент, что у человека всегда есть мотивация оставаться в команде. Он чувствует, что он еще тут не все закончил, не везде завершил. То есть у него есть какие-то еще вещи, куда развиваться, то есть, ну, когда он видит свой план развития. И это заставляет его оставаться в команде. То есть, опять же, тот человек, который из нашего предыдущего кейса, то есть там человек просто не видел дальнейшего развития своей компании, потому что он выбрал неправильный путь развития. Ну и такой, это, не знаю, побочный эффект того, что если вы вкладываетесь в развитие команды, очевидно, что ваша команда вырастет быстрее, а сильная команда — это прям очень круто. Вы закрываете фичи быстрее, качество вашего кода вырастает. Естественно, из-за того, что вы закрыли фичи быстрее, вы там можете в какое-то свободное время закрывать какой-то техдолг. Короче, сильная команда — это круто. И точка. Вот. Пойдемте к следующей грабельке. Это проблема, с которой столкнется рано или поздно любой тимлид. Это вот Азамат офигенно рассказывал про это. Азамат не про это рассказывал. Люди не делятся знаниями. Мы с такой проблемой сталкивались. Ну, короче, у нас, кто запомнил, у нас команды распределены, люди распределены по четырем большим продуктам, и периодически мы сталкиваемся с такими проблемами, что знания не шерятся. То есть люди физически сидят в разных локациях, они не общаются друг с другом. И это может стать какой-то проблемой. Как задетектить проблему, что в команде не ходят знания между людьми? Первое — это когда одна и та же проблема решается разными людьми, и, ну, то есть каждый человек в вашей команде наступает на одни и те же грабли с одной и той же проблемой. Это, ну, это как первый признак того, что нужно тимлиду задуматься и принять какие-то меры, чтобы люди делились знаниями. Второе — это стиль кода отличается. То есть каждый разработчик пишет код по-разному. Да, внутри команды есть какое-то ревью, но внутри разных команд это ревью может, ну, уже не доходить. И в момент, когда вам понадобится, ну это опять же наша история, в момент, когда вам понадобится перевести разработчика из одной команды в другую, то может появляются какие-то проблемы. То есть, а мы у себя писали немножечко по-другому, давай подумаем, давай решим. Ну, то есть зачем это нужно? То есть это увеличивается время на ревью, увеличиваются, ну, какие-то лишние телодвижения. Так, и, наверное, последний момент, который такой признак того, что у вас дискоммуникация внутри команды, это то, что разработчики делают один и тот же функционал в разных командах, при этом не задумываясь, что его можно объединить в какие-то общие там компоненты, вынести и совместно разрабатывать его. Что делаем мы, чтобы исключить вот этот, не знаю, какой-то вакуум в знаниях? Первое, что мы сделали там года полтора назад, это очень гениально и классно было, мы завели техлида одного на все команды. То есть у него один простой KPI — это чтобы кодовая база была примерно единая и чтобы качество кода всегда было на каком-то определенном уровне у всех разработчиков. То есть один человек контролирует то, чтобы люди там не плодили какие-то разные компоненты, не писали один и тот же код в разных проектах и выносили его в общие модули, чтобы общая стилистика кода была единая. Ну и плюс это такое связующее звено, которое помогает связать людей именно в плане разработки. Демо-день — это такая встреча, которую мы проводим раз в полтора месяца, где ребята делятся тем, что сделали за последние там полтора месяца. То есть они рассказывают, какие задачи делали, с какими проблемами сталкивались и как с ними боролись. Это как раз мы решаем проблему, когда ребята наступают на одни и те же грабли. Час команды — это такая встреча, в которую мы проводим, ну, мы у себя в команде проводим раз в неделю. Она может проходить в разных форматах. Стараемся ее делать в формате там какого-то обучения. То есть либо мы смотрим какие-то видео, не знаю, там с конференции или откуда-то все вместе там обсуждаем, либо ребята могут готовить какой-то, ну, контент от себя и что-то рассказывать. И, ну, то есть, либо мы можем обсуждать какие-то, то есть у нас есть общие модули, компоненты, мы где-то ведем общую разработку и можем обсуждать какие-то процессы, которые, например, болючие процессы, и приходить к каким-то мнениям. То есть можем скипать иногда это время. Ну, в смысле, всегда зарезервированы в календаре есть часик, когда мы можем с командой встретиться и поболтать. И самое последнее, что мы делаем, на самом деле мне вот эта штука больше всех нравится, это такое
когда такая коллаборация между командами. Это когда ребята в какой-то команде начинают пилить какую-то сложную фичу, мы подключаем туда, ну, во-первых, у нас есть техлид, который туда подключается, в принципе, по умолчанию и помогает там с архитектурой, с построением этой фичи. И дополнительно мы можем подключать туда как экспертов ребят с других команд. Они вначале выступают как эксперты, помогают строить там архитектуру, и дальше они просто идут как наблюдатели, то есть они смотрят, там, какие ошибки совершает соседняя команда, и в будущем, когда они сталкиваются с подобной ситуацией, они уже не тратят дополнительное время. Короче, круто, то есть мы и тут увеличили качество, и ребятам шерили знания. Плюс есть еще, опять же, такой момент, что ребята сплочаются в эти моменты, и там, когда они у кулера где-то встречаются в офисе, у них всегда есть о чем поговорить, по крайней мере. Вот. Вот тут как раз проблема, про которую говорил Азамат, не растут новые тимлиды. На самом деле, если вы тимлид, вам нужно с самого первого дня уже задуматься о том, что вам нужно растить нового человека. И вот если вы столкнулись с такой проблемой, там в любом случае решение будет болючее. А вот я хочу рассказать, ну, хочу посоветовать идти вот по пути Азамата, как он рассказывал, и искать с самого первого дня, искать людей. Там, вы встречаетесь на тет-а-тетах, вы наблюдаете за своей командой в работе. И ищите людей, которые, в принципе, могут занять вашу позицию, которые могут вас подменять в любой момент. И не стесняйтесь время от времени этим людям делегировать какие-то свои обязанности. Возможно, моменты, когда это там, где в моментах, когда можно безобидно ошибиться, можете спокойно доверить людям и попробовать посмотреть, как человек себя проявит в этой роли. Вот. Ну и самое главное, доверяйте тут, доверие самое главное, доверие своей команде. Вот. Ну, на этом слайде сильно не буду останавливаться, про делегирование еще расскажет Ксюша в конце, про рост, расщение себе замены рассказывал Замат, поэтому пойдем дальше. Дальше мы поговорим о таких прям уже более кейсовых моментах. То есть мы с разработчиками выбрали какой-то путь развития, написали его, обговорили, а случаются всякие разные ситуации. Ну, то есть первая ситуация, которая может произойти, это человек вроде собирался развиваться, вы построили план развития, все было хорошо, но в какой-то момент, там, месяц, два, три, вы начинаете замечать, что человек никуда не развивается. Вроде мы все обсудили, построили план развития, но никаких подвижек нет. И вот в этот момент, каждый момент, когда вы ловите себя на мысли, что никаких подвижек нет, вы должны обязательно задать себе один вопрос. Вас устраивает результат человека на текущий момент? То есть вы довольны тем кодом, который он пишет, вы довольны тем количеством задач, которые он закрывает? Ну, в общем, просто вас все устраивает или нет? Если вас все устраивает на текущий момент, лучшее решение будет не давить, а оставить как есть. Потому что развитие — это дело такое добровольное, и по принуждению там вряд ли оно у вас прям круто, классно пойдет. Но в этот момент вы должны тут же задуматься и найти причину, почему все-таки человек не развивается. Причин может быть очень большое множество. Я вкину несколько вариантов, а дальше вы, в принципе, там можете уже развить. Первое, возможно, вы где-то некорректно написали план развития. То есть на момент, когда вы его писали, он был хорош, но со временем человеку он перестал немножко подходить. Может, сфера деятельности у человека сменилась или еще что-то. Переговорите с человеком. Возможно, вы просто исправите чуть-чуть план развития, и все пойдет дальше. Если самый частый кейс, который происходит, это то, что у человека поменялись какие-то жизненные обстоятельства, и человек просто не успевает вкладываться в это развитие. То есть, не знаю, раньше там у человека было в течение рабочего дня свободное время, и он успевал вкладываться в развитие, сейчас там слишком увеличилась нагрузка, а после работы человек не успевает в это вкладываться. И это тоже нормально, оставьте как есть, если результат на текущий момент устраивает. Другой момент, если результаты, которые показывает человек, вас не устраивают, что делать? В первую очередь надо быть честным и с человеком поговорить. То есть надо позвать человека там на тет-а-тет и поднять эту тему и объяснить, что сейчас там либо команду, либо вас конкретно, либо, не знаю, там менеджеров, которые работают с этим человеком, не устраивают результаты. И тут нужно что-то делать. Как правило, есть какие-то четкие критерии, по которым у человека есть проблемы. И вот как раз-таки их нужно тут обозначить и
ну, можно сказать, организовать новый план развития, то есть именно по вот этим моментам, которые нужно апгрейднуть. Ну и скорее всего, когда человек пройдет по этим пунктам, если пройдет успешно, то вам нужно пересмотреть план развития, потому что, ну вот, вернемся к предыдущему этапу, что, ну, видимо, что-то не так было написано изначально, и разобраться, почему человек все-таки не пошел по этому плану развития, который вы планировали для него. Следующая проблема, ну такой же тоже кейсовый момент, когда вы построили вроде план развития, вроде все хорошо, в один какой-то день человек приходит, говорит, ну все, я там все закончил, я все прокачался, и все хорошо, что будем дальше делать? А вы такой, ну как бы вообще-то ничего не изменилось. И вот что делать в таких ситуациях? Ну опять же, надо быть честным, то есть если вы не видите никакого результата, то, ну, говорите, результата нет. И, ну, опять же, нужно после вот этого разговора у вас, скорее всего, появится какое-то понимание, и дальше вы, скорее всего, должны определить какие-то четкие критерии. Видимо, человек не понял, что является критерием завершенности в вашем плане развития. Это скорее, ну, то есть если это так, то, вероятнее всего, при написании плана развития вы где-то ошиблись и не обозначили эти моменты. Это обязательно нужно исправить. И, возможно, чуть-чуть где-то переобозначить. Есть вероятность, что та стратегия развития, которую вы изначально строили, она немножечко не нацелена, не ориентирована на те вещи, которые нужны бизнесу. То есть, возможно, человек и развивается, просто вы это в рабочих моментах каких-то, ну, просто тупо не замечаете. Тогда нужно немножечко переделать план развития, чтобы он был полезен в данном случае, ну, в данном вашем, для вашей компании. Так, шестой кейс, который может произойти, это вы построили, ну, точнее, вы построили план развития, человек по нему не развивается, в принципе, всю дорогу вас устраивали результаты этого человека, но в какой-то момент человек приходит и говорит, ну, все, я тут все развился, давай, хочу новый грейд или хочу повышение зарплаты. Ну, наверняка тимлиды, тут многие сталкивались с этой проблемой и… Короче, знают, что ты чувствуешь, такое, какой-то шантаж получается. И что мы делаем в этом случае? То есть, ну, обязательно нужно сесть и объяснить, какие критерии, ну, из чего формируется следующий грейд или следующий рост зарплаты, какие вещи нужно сделать и как вообще в компании устроен переход, повышение зарплаты или переход там, по грейдам. Обычно мы в эти моменты еще пишем какие-то персонализированные планы развития, которые нужны именно для того, чтобы человек, ну, как-то апгрейднулся, перешел на следующий уровень. Но опять же, все эти планы развития должны содержать четкие критерии, которые можно замерить или, ну, там, то есть вы должны понимать, что да, человек это сделал или да, человек это не сделал. То есть они должны быть как-то ориентированы на результат. Вот. Тут, пожалуй, тоже все. И, наверное, последняя штука, про которую мы сегодня поговорим, это такие ситуации, когда они чаще всего встречаются, когда ребята новенькие только приходят в компанию. То есть, ну, как мы производим набор в компанию? В основном это на собеседовании мы проверяем какие-то технические аспекты, то есть мы смотрим, насколько человек устраивает нас технически. Ну и по софтам тоже смотрим, но глубоко сильно не погружаемся. То есть мы не смотрим софты на медла, на джуна. А человек приходит в компанию и оказывается, что, ну, чуть-чуть все по-другому. То есть у нас в компании по софтам джуна представляют немножечко другим образом. И вот как сделать так, чтобы человек там джун стал джуном, мидл стал медлом, не только технически, но и по софтам. Но первое, что мы у себя делаем, это в первый день, когда человек приходит в компанию, мы назначаем ответственного коллегу, который рассказывает, отвечает на любые вопросы и рассказывает, ведет по какому-то пути человека. Ну, то есть у человека есть ментор. Если вы видите перспективного, ну, если вы видите джуна, у которого офигенные софты, то это прям очень-очень классный кейс, там стоит задуматься и прям, ну, прям хорошенько построить план развития, потому что этот человек, скорее всего, пойдет очень быстро по развитию. Ну, это, опять же, по опыту, по наблюдениям. То есть джуны, у которых классные софты, они растут очень-очень быстро и классно. Но туда нужно вкладываться, и чтобы они росли именно в нужном направлении, а не так, что просто человек распылялся.
Если это middle, которому чуть-чуть не хватает где-то, ну, то есть он технически может много чего, то есть он может делать крутые вещи, но не умеет их правильно там подавать или не умеет там правильно где-то оценивать сроки, то, ну, тут вопрос, просто нужно хорошенько поработать с человеком по софтам. Но это тоже ответственность тимлида. Тимлид должен это заметить и вовремя начать в это вкладываться. То есть там обязательно нужно написать какой-то план развития. И онбординг. Ну, про него тоже уже чуть-чуть ранее говорили. По сути, ну, мы на этапе, когда вот только начался карантин в 2020 году, мы ввели себе в процесс прям онбординг, который это такое, что такое онбординг? Это Google Доков, который очень много, такой, грубо говоря, огромный чек-лист, по которому нужно обязательно пройти. Обычно по этому пути помогает пройти ментор, и это гарант того, что мы нигде ничего не упустим и не забудем. Ну, то есть подготовить хороший онбординг помогает быстро прокачаться людям до нужных, до нужного уровня софтов. Так, ну вот и все. Сейчас подведем небольшие итоги. То есть для того, чтобы мы много говорили о том, что нужно знать свою команду, понимать свою команду, для того, чтобы ее хорошо понимать, вы обязательно должны проводить тет-а-теты с ребятами, быть на связи и постоянно, ну, то есть, чтобы чувствовать ребят, вам нужны постоянные встречи. Будьте внимательны к своей команде, всегда, то есть всегда обращайте внимание на то, куда идет команда, как она развивается, какие есть проблемы у команды. Будьте честными и справедливыми, никогда, ну, то есть если есть какая-то проблема, говорите о ней, не замалчивайте и поднимайте ее прямо в первую, ну, то есть с людьми именно проговаривайте. Помогайте в росте ребятам как только можете. На самом деле очень много вариантов есть, как ребятам помогать, и используйте их все. Следите за результатами внимательно. Ну, то есть, естественно, если результаты стали хуже, то есть вы должны определить обязательно какие-то критерии. Если результаты команды стали хуже, это, ну, повод задуматься. Если результаты стали лучше, это на самом деле тоже повод задуматься и сделать выводы, почему они лучше. Возможно, вы где-то можете что-то поменять, и результаты будут выше постоянно. Вот. Ну и самое главное, ищите крутых ребят не где-то на рынке, а у себя в команде. Просто вкладывайтесь в развитие, находите правильные ниточки, за которые нужно подергать. Все, всем спасибо, вопросы. Привет, я Никита Баев. Привет. Кто-то меня знает, кто-то нет. Что делать, если есть крутой разработчик в команде, но он уперся по грейду, как бы, в зарплату, и при этом ты хочешь его сохранить, но мы понимаем, что на рынке ему могут предложить больше. Что с этим делать? Хочется его оставить, как бы, ну, какими способами это можно сделать? Ну, можно завлекать всякими интересными плюшками. Ну, то есть могут быть интересные проекты. На самом деле у всех ребят разная мотивация. То есть если у человека мотивация только деньги, то, ну, вряд ли получится как-то удержать. Если человек по-любому пойдет. Но есть разные другие мотивации. Есть мотивация интересными проектами, есть мотивация интересной командой. Ну, короче, полно разных. Мотивировать чем-то другим. То есть если нет возможности мотивировать ростом именно в плане там грейда и денег, то нужно найти какие-то интересные штучки, за которые человек зацепится и будет держаться в компании. Ну, вот как-то так. Но это вот тоже все зависит от того, нужно прям хорошенько иметь контакт с человеком и понимать, что его мотивирует. И постараться как-то завлечь. Можно, да? Мне слышно? Прием. Да. Вот неоднократно упоминался план развития. Есть ли он в открытом доступе посмотреть, как-то вот для себя составить, для своих сотрудников? Вот это вот интересно очень. Угу. Ну, на самом деле, в общий доступ мы никуда ничего такого не расшаривали, но, в принципе, можем с тобой после где-то постоять, поболтать. Я расскажу примерно, как он у нас, из чего состоит, как структурирован. В принципе, расскажу, там ничего такого нет. Спасибо. А что делать, если разработчик не справляется, а уволить жалко? Ага, интересный вопрос. Ну, смотря как не справляется, то есть
Если не устраивают результаты, если вы не коннектитесь, то лучше уволите. На самом деле вы сделаете и себе хорошо, и человеку хорошо. Он, возможно, пойдет и начнет где-то развиваться в два раза быстрее. Но если прям вот… Ну, скорее всего, всегда так будет. И сейчас с третьего раза получается, там через 2-3 месяца опять возникнет та же проблема, и придется опять это все фиксить. Слушай, ну тогда лучше не мучиться, честно. Вот вообще. Можно, конечно, найти какое-то применение, можно поменять. Возможно, человек не в своей сфере находится. Возможно, ему стоит попробоваться где-то в чем-то другом. То есть фронтенд, да, я понял. Если во фронтенде, можешь попробовать в бэкенде. Может, ему в бэкенде будет классно, он будет кайфовать от своей работы. Ну и опять же, проблема может быть софтовая, проблема может быть техническая. Тоже надо там смотреть, разбираться. Но вообще, если честно, если много раз не получается, лучше не мучиться. Ни себе не мучиться, ни человека не мучиться. Человеку тоже больно от этого. Ему тоже неприятно каждый раз слушать, что он нехороший. У меня такой вопрос. В четвертом пункте ты говоришь, ну, в четвертых граблях, ты говоришь, что вроде как хочет развиваться, но при этом нет результатов. Типа 3 месяца поработал, ну и все, и заглохло. Так вот, может быть, это неправильно, то есть первые грабли начались с того, что вроде как команда не развивается, и ты предлагаешь, что он хочет человек в React развиваться, а ты ему Vue предлагаешь продолжать в нем. Так может быть, это получается не его цель. Вы вроде как посудили, зафиксировали, нет, лучше во Vue, но ему все равно горит React. И вот как раз от Никиты был вопрос, ты там сказал, что предложить какие-то новые фичи или там писвичиться в другую команду. Может быть, все-таки грабли 4 решаются вот именно другим способом. То есть roadmap строится из желаний человека, а не из того, что… хочет команда. Понятное дело, что бизнес платит деньги, но может быть тогда лучше человека найти на место его, а человек свичится в другую команду. Как ты, что ты об этом думаешь? Классный поинт такой. По сути, в 20 минут очень сложно рассказать полностью весь путь, как строится путь развития, но очень важно, когда вы строите стратегию развития, ее строить должен не тимлид, а человек сам. То есть тимлиду, ну, сложно сказать, чего хочет человек. Как мы обычно делаем? Ребята сами пишут какие-то вещи, которые им хотелось бы развивать, а тимлид просто эти вещи, ну, то есть, ну, грубо говоря, опрувит или не опрувит, или где-то чуть-чуть перенаправляет с точки зрения потребностей компании. То есть тимлид должен сказать, слушай, ну вот это ты, конечно, можешь изучать, но тебе по работе это, ну, не пригодится здесь. Давай мы, может быть, еще что-то посмотрим и какие-то варианты накидывать. Ну, конечно, изначально то есть те вещи, которые мы будем развивать, они должны идти от человека. Но, опять же, по принуждению ничего не получится. Человек должен хотеть в этом направлении развиваться. Ну вот опять же кейс, если человек хочет другой фреймворк учить, и это прям вот все, я хочу React, я на Vue не хочу писать, но опять же, вероятнее всего, можно готовиться к тому, что рано или поздно человек, ну, пойдет куда-то в другое место, если вы не можете предложить ему то, что ему нужно.